Ребята, всем здравствуйте, меня зовут Олег Огненный, и мы продолжаем прохождение игры Assassin's Creed Odyssey. Ну что ж, в прошлой серии мы с вами ослабили, почти полностью ослабили Фила Кипра Измененного, и сейчас мы с вами находимся в городе Мегары, где мы будем убивать его. Но перед этим сходим, так сказать, к доске объявлений и к этому, как сказать, в гробницу. Так. Это у нас Гермес. Ё-моё. Награда за афинского предводителя. Берем. Награда за разбойников. Убиваем. Нужна помощь, чтобы новый разыщи меня. Все. Ой. Охренеть. Мы ни хрена не будем сегодня убивать Фила Кипра Измененного. Мы будем выполнять кучу заданий. Так. Как добраться-то до сюда? Гробница Алкафея. А, ну вот. Вот как раз, потому что вот недалеко вот. Так. Вон она, вот все, вижу. Внизу. Я помню, что сверху я видел ее. Гробница Алкафея. Понятно. Сейчас я ничего не могу здесь сделать, потому что они здесь. А сюда я могу? Как интересно, я просто зашел и все. Ого! Вот это очень интересно. Очень-очень интересно. Капец, блин. Я-то думал, этот, как сказать, ничего не надо с ней делать. Так, здесь ничего. Ладно, идем дальше. Что у нас вообще здесь может ждать? Ну, у гробницы, наверное, какие-нибудь есть сокровища, понятное дело. Какие-то важные моменты, да? Какое-то снаряжение. Вон. Кстати, вот. Что это такое? Скажите. Взаимодействие. Какие-то странные надписи, кстати. Это не из этого мира. Проверить мюсное живо. Есть снаряжение лучше, чем где-то сейчас. 405 опыта и одно единственное способность. Это вообще красота. Одно очко способности. Вообще супер. Да, это я сейчас, все, не переживайте. Так, по оружию кинжал Герканса. Ну, неплохой, конечно, такой. Так, мы берем топор Берсерка, во-первых. Ага. Следующее. Здесь у нас на привязи мы выполнили. Это что у нас? О, причудливые жители, нормально. Так, здесь все нормально. Здесь. Что, здесь что-то есть лучше, что ли? Да нет, ничего нет. Нет, ничего лучше. Так, здесь что у нас? Повелитель зверей. Давайте, кстати, вот. Позволяет приручить оглушенного волка. Приручить можно не более одного зверя за раз. Леопарда, льва или рысь. Ага. Приручим, почему бы и нет. Так, мастер защиты, ну, давайте, вот. У оружия урон воина увеличен на 20%. Вообще замечательно. Сколько у нас там урон воина сейчас? 347. О, красота. А ты чего убрала-то факел? Ну-ка, давай-ка. Еще что ли, ё-моё? Так, все, да? Все, замечательно. Так, Геркан, ну-ка что-то мне. Крюк, это что, меч? Меч, ой, тут еще трупы какие-то. Так, это меч, я так понимаю, да? Да, это меч, эпический меч. Но при том, что меньше урона. Ё-моё. Интересно. Ну, пускай будет меч, да, как говорится, ничего страшного. Да нет, я хотел вот... Я хотел Т нажать, а случайно нажал Y, они же рядом, можете сами посмотреть.
Так. Ага. О, шкура льва. Бедный Лёва. Бедный, бедный Лёва. Так, собираем все, что плохо лежит. Да ладно, говоришь, что ты устала. Так, ага. Двигаем. Классно вообще, да? Дела поставила как надо, и все. Все. Гробница Гирканоса исследована. Идите, ищите дальше, что там есть. Что это такой топорчик, да? С топорчиком. Раз, два, три, четыре. Так, заряженный удар. Ага, в круговую, да? Понятненько, ладно. Так, теперь бежим за заданием, вон он. Да. Поговорите с философом. Что-то нам сейчас... Что-то он сейчас попросит нас сделать. Ну, по-моему, с болот. Болот разбойники, а нам важно, потому что у нас есть задание такое. Философка. Я здесь по поводу работы. Что случилось? Что случилось-то, реально? Разбойники украли мой папирус. Ты вообще представляешь, насколько он дорогой? Да, он очень дорогой. Карману, а стражники бесполезны. Ну, я хочешь, могу вернуть его. Я дала тебе денег? Да, план такой. Ну ладно, держи. Держи. Спасибо, сволок. А можно было их как-то убить, а? Получается, за 50 драхма я получил 1147 опыта, да? Ну ладно, хорошо. Так, следующее. Может, я прогадал, конечно, так было бы больше. Так. Убийственный добродетель. Все, побежали. Эпикалюмесе, да? Эпикалюмесе. Я бы, конечно, хотел там копье Афины, например, да? Был бы классно, потому что Афина на богине у нас. Богиня с копьем изображался, щитом. Жалко, что здесь нельзя использовать щит. Был бы вообще классно. Этот удар щитом только чего стоит? Это же вообще... А, вот он ты. Я видела твое объявление на доске. Чем помочь? Помочь? Одна горожанка укрывает дезертира. Как бы ты поступила с этими предателями? Дезертирство? Афиняне? Изменники. Отрубила бы им головы. Он должен умереть. В этом я уверен. А вот женщина... Тут я точно не вправе решать. Нужно сообщить афинскому командиру, пусть знает о ее предательстве. Значит, нужно отнести это афинскому командиру. Вся слава достанется тебе. Согласна? Я согласен. Я этим займусь. Я помогу. Твоя помощь мне пригодится. Это все. Доставьте послание. Хорошо, пойдемте. Мегара, столица. Этот человек наверняка здесь. О, храм Аполлона. Чё ты охаешь-то, дура? Какая клизма-то мало? Кому там клизма мало? Так, храм Аполлона, кстати, вот сюда надо. Вон он. Ну-ка разойдись, пока я вам топор не достал. Бошки его не подрубал, а? Как интересно он одет. Вау, он, кажется, двигается. Видите, что ли? Как называется, господи? Я уже забыл. Блин, она не сломается, а? Ну ладно, хоть ты сломалась. Мегара, небольшой город, кстати. Не очень большой, да и город. Но стены крепостные есть, это, конечно, о многом говорит. Так, хорошо, что у нас здесь? Только сам храм Аполлона, только сама статуя. Ладно, хорошо. Какой-то там вон этот наемник
кстати. А давайте попробуем какого-то наемника завербовать. Ё-моё, Ксанфа живучая. Ну нафиг. Бесполезно, блин. Такие наемники, конечно, мне просто сейчас тупо не по плечу. Хочу нормальный шлем. Спартанский желательно. Желательно красный. Пойдем, сходим как раз туда. К кузнецу. Может, нам что-нибудь предложит? Хайра. Да, купить. Мечи не нужны, интересуют. Топоры тоже не интересуют. Копья. Спартанское копье, да? 8% урона в режиме ярости. У меня нет режима ярости еще. Накидка и маска Мистия. 169. Афинский Линотаракс. Ага. Вот это, конечно, интересно. Доспех редкий, во-первых, и как раз 6% урона тяжелого клинкового оружия. Давайте возьмем. Афинские птериги. Не нужно, не нужно. Шлема нет нормального. Внешний конь путешественника. 2500. Ну, нет. Так, давайте-ка вот это вот купим мы по полной программе. Больше всех, может, нужна олива. Хотя кожу тоже смотрю. Думаю, сколько кожа стоит? 100. 25 за одну штуку. Ну, это, конечно, дороговато, если честно. Так, лук мы найдем. Ничего, это все остальное мы найдем. Ржавый меч, серебряный меч. Так, улучшить. Что мы можем улучшить? Давайте наше копье украшено топ... Нет, подожди. А где топор берсерка? Почему не могу украсить то, что у меня на мне надето? Потом я и крюк могу, кстати, еще улучшить. Ё-моё, так дорого стоит, кстати. Ладно, ничего что? Не будем делать. Тогда... Да-да, все. Так, давайте-ка возьмем и все-таки попробуем украсить. Улучшить круг, топор берсерка. Так, афинский линотарак, садили. Хорошо. Так, здесь у нас что? Послание. Добрый день. Так, улучшить это вот. А, его нельзя улучшить, увидимся. Потому что он и так имеет под собой 11 уровень максимальный. Понятное дело, да. Читай потом. Все, топор берсерка взяли. Хорошо. Так, мы... Ага, вот он наш афинский предводитель. Но мне кажется, что-то тут нехорошее. Философ передал это тебе. А, да. Как раз то, что нужно. Вот, твои деньги. Все, что ли? Ну ладно. Я как бы и не против... Так, хорошо, выполнили задание. Так, это чуть позже. Испытание для семьи, но оно нужно будет. Так, вот место не открытое. Место не открытое. Все, пойдемте. Идем к неоткрытому месту, которое мы выделили. Что это за неоткрытое место? Сейчас узнаем. Ну, Кассандр, чего уж ты, а? Что уж ты-то, а? О, кто-то кого-то по плечу дал, да? 100 метров. Кстати, дождик идет. Идет дождик. Он первый раз вижу погоду. Вот вы именно в Assassin's Creed. Дом предводитель. Убейте капитана, сожгите припадки. Если заметят, мне не сдобровать. Так, все, забираемся. Поехали. Будем сразу. Вот дом предводитель, это хорошо. Так, 10-й левел, да, все? Сокровище, ага, ага. Письмо еще какое-то или что-то еще? Никаси, кстати, можно попробовать его будет оглушить. А это Кодр, Кодр. Все, да? Хорошо, ну раз все, тогда хорошо. Хорошо. Мне интересно, вот получается, Кодр
получил вот такой вот урон, да? Что он будет делать? Да, понятно, то есть они сейчас пойдут сюда. Выпил зелька. Вот ты где! Серьезно? Ладно, я пошел, короче. Бесполезно. Надеюсь, потом мне как-то откроется, там, типа, оглушать во время боя и все такое. Чтобы я смог оглушить, например, во время боя или что-то еще. А то уж слишком. А то как-то уж слишком глупо получается. Я сражаюсь, да? Ну не смогу я найти. Точнее, даже не то, что не смогу найти. Да кто, а? Идите нафиг, я тогда пойду пока в ваш дом предводитель, и там это все уничтожу. Кто мне это сказал? Кто? Пусто, кстати. Почему это пусто было? Ладно, хрен с ним. Так, заходим в дом. Так, здесь у нас сокровище. Забираем. Всего лишь 39 драхм, но слишком мало, конечно. Хотелось больше. Так, собрали. Собрали все, что нужно. Что еще? Что-то еще можно, да? Так, хорошо, продолжим. Поднимаемся наверх. Что здесь? Что у нас здесь? Так, воин на нас смотрит, да? Так, да. Хороша. Просто хороша. Странно, я вроде бы не нажал, как-то странно пошла в ту сторону. Я ничего не хотел делать. Ботинки Ареса, кстати. Ботинки Ареса — это уже хорошо, потому что Арес — бог войны. Что дают ботинки Ареса? 5% урона охотника, 4% урона убийцы. О, как хорошо. Красиво даже выглядят такие красными. Так, 2. А это не... А, это подобрать, я думаю, украсть можно. А? Ты кому это, придурок? Интересно, смогу его оглушить, а? Нет, там двое. Один на меня смотрит. О, ванна. Что на втором... А, на втором этаже, наверное, да, надо сейчас. Поднимаемся наверх. Поднимаемся наверх. Так. Лучший закат. Меня попросили уничтожить кое-какие записи, но утверждать тебя не хотелось. Прогулка на запад к подножью горы Герани казалась приятнее на дне. В центре залива есть развалины. Там и найдешь их на одной из полок. Ну, блин. Еще что-то искать не хочу. Так, спускаемся спокойненько, да? Вот так вот, да. Есть. Минус. Твою мать. Идет ведь, а.
Чё тебе не сидится на месте, а? А, ты в этом? А, ты в доме там ходишь? Ну все хорошо. Так, хорошо. Ага, ты пошел в ту сторону. Хорошо, попробуем этот оглушить. И не получится дать оглушить. А, классно. Если хочешь обрести свободу, вступай в мою команду. Да, давай, дружище, не коси. Так, что он там нам? Никасий. 4% мощности огня при использовании дательного... 4% силы огня при попадании стрелы. Ну, то есть, такой вот, да, дяденька? Ну, конечно, он лучше, чем этот, если честно. Давай к Никасию наймем. Это у нас просто урон тарана, поэтому лучше. Так, кстати, у нас улучшенные есть. Так, давайте... Давайте копья, что ли, изучим, или жаровни. А это у нас урон стрел, скорость появления увеличиваемых мест. Ну ладно, пока прибережем ресурсы, чуть позже, конечно, разберемся. Так, чем еще надо? А, где это? А, вот. Вот они. Замечательно. Так, а еще есть где-то? А где? Я же вроде все. А, вон они. Я думал, я все, оказывается, нет еще. Так, сюда идем. И получается... А где они? На втором этаже, да? А-а-а. Вот здесь, да? Почему я их не заметил до этого? Странно. Странно, что не заметил. Ну, собрала, нет? Собрала, нет? Нет, не собрала. Ну ладно, ничего страшного. 1500, неплохо, неплохо. Ну, вот и все. Вот, как говорится, и все. Дом предводителя... очищен. Замечательно. Какое-то неоткрытое расположение. Так, это да. Убейте типа его, да? Ослаблен. Правитель скрывается от жителей города. Стража правителя покидает посты. Ну, давайте... Нет, так, по заданиям. Да, ага. Сам ближайший охот на разбойников. Не стоило так делать. Ну, по сути, тут вот самое простое, ближкое. Так давайте, что, выполним, господи, что уж. Давно пора, да, как говорится. Я-то думал, что не получится выполнить в этой серии. Но, оказывается, все нормально. А, предводитель теперь уязвим. Предводитель, да, теперь уязвим. Он слаб. И так нужно будет делать с каждым, я так понимаю, да? Предводителем. Ну, ладно, ладно. Какой топорик массивный, да? Красота. За что он держится, непонятно, но как-то держится. Все-таки этот чувак мне не дает покоя. Вот на ассасина похож. Похож на ассасина. Так. Ну, зачем? Убирайтесь с дороги! Я вам сейчас по башке дам. Убирайтесь с дороги. Ну, смотри, какой топор отрубит башку, даже этот. Думать не будешь. Так, здесь у нас... Что мы с ним можем сделать? У меня есть лидер Афинин мертв. Нужно вернуться к Стентеру. Серьезно? Я нанял его к себе? Ни хрена себе! Их можно нанимать, что ли? Так, давайте я вот этого отпущу. Вот этого отпущу. О, нет. Капец, я думал, что-то будет серьезнее, что ли, а? Я не знаю, ну блин, что так глупо. Меня, конечно, вообще удивился. Ладно, хрен с ним. Так, что мне дали-то? Копье адепта культа.
Понятненько. Так, здесь новая табличка, которую нужно разгадать. Так, мигарский пояс. Так, тут набедренные щитки намного лучше. Намного лучше. Все ж. Капец. Я думал, будет что-то как-то, ну... После... Со стентером, ну понятно. Я думал, что-то будет как-то серьезнее, что ли, там, типа, добыть его. Ой, порт Нисайя. Ты, кстати, это целая, это, да? Крепость. Хочется, конечно, ее, хочется ее разнести. Так, давайте мы идем туда. Что-то там с семьей связано. Нужно посмотреть, что там, ну, что им нужно. Какая помощь им нужна. А, я думал, этот солдат, нет. Одиссей. О, это же Одесса. Мы не виделись с тех пор, как были у руин дворца Одиссея. Это Одесса. Точно. Что случилось? Ты помнишь? Как я могла забыть? Ты сказала жить своей жизнью, не оглядываясь на чужое величие. Не стоит. И ты вняла моему совету. Мне пришлось ухаживать за больным отцом. И, увы, жить, как я хочу, мне не довелось. Ну, да ладно. Не хочу мне приставать. Радуйся, что у тебя есть семья. Это ты прославилась, странствуя по свету. А обо мне не знает никто. Не нравится жизнь? Измени ее. Пока я должна помогать отцу. Мне нужно кое-что для него достать. Не поможешь? Ну, помогу. Давай, чего нет-то? Не волнуйся, я помогу. Что нужно? Травы из долины царя Лелега. И еще микстура, которую продают на рынке. Один торговец приберег ее для меня. Отец настолько плох, что ты не можешь сходить сама? Я у него одна. Хочу быть рядом, если ему станет хуже. Понятненько. Что случилось с твоим отцом? Что с ним? Нет, но лучше ему не становится. Микстуры и травы лишь помогают снять боль. А если он умрет? Он умрет, его земля станет твоей, так? Да, но я ее продам. Разве это не лучший повод все бросить и отправиться в странствие, как Одиссей? Ну да, лучше. А что как особенно ты в Одиссее? Связано с Одиссеем? Я его прямой потомок. Меня назвали в его честь. Это я уже чувствую. Это же все это. Оставайся. Говорили с уже об этом. Я вернусь с травами и микстурой. Угу. Так, испытание для семьи. Хорошо. Фобос, ты где? Лечение трав произоставит в Мегариде в долине царя Лелега. Ну что ж, бежали тогда. Они к его кузнеца, они рядом с триремой персов. О, Полимар. О, 5 узников. Ты что, охренел, что? Меня еще не заметили. Тебя я убью последний. Так, персидская трирема. Вау. Вау. Волк. И чё? Нет, не волк. Ничего не понимаю, что происходит? Вот травы, что нужны Одессе. И сколько мне таких трав надо собрать? Сколько таких трав собрать? Нормально так купить хаточки, а? Я, по-моему, еще этого задел. Фобуса случайно. Я что, не могу их собирать, да, так? Так, хорошо, и еще одни. Еще одни, вот они. Купите микстуру, все, побежали. Покупаем микстурку. Пора в дорогу. Дорогу! Дорогу! Блин, топор, конечно, такой этот мощненький. Чувствуется, конечно, мощь в нем. Хоп-хоп-хоп, и все, нету противника. Если бы он был хорошее копье, крутое. Я, конечно же, бы и с копьем походил. Просто неправильно, мне кажется, они сражаются с копьем. Как ты... О! Что это такое?
Нужна помощь наемницы? Незнакомец. Является ли жестокость основой природы? Можно ли жить в мире, или он всего лишь мост между войнами? Лучше воевать, чем размышлять о войне. Ближе к делу. О, ладно. На смену сильным лидерам приходят подлецы. Командир лагеря неподалеку оказался жестоким тираном. Преподай урок ему и его людям. Да легко. Ты просишь убить всех афинян. Да, в этом-то и смысл. Ну ладно. Я справлюсь. Спасибо, наемница. Да не за что, бабки готов. Бабки гони. Убей афинский солдат, да я всех зарежу. Мысли и поступок. Торговец, о котором говорила Одесса. Скажите друзьям, скажите родным. Лучшее, что можно купить за деньги. Даже для наемников найдется кое-что. Я от Одессы. А, конечно. Она славная. Жаль, что сама не пришла. Это для ее отца, полагаю. Да-да, давай быстрее. Давай деньги и можешь идти. Понятно. Ладно, отдам уж. Вот, держи. Люблю, когда все быстро. Рад помочь Одессе. Не хочу уже разбираться, все такое, да? И последнее, относить предметы Одессы, понятно. Фобос. Фобос, давай. Тупая ты скотинка. Тупая ты скотинка. Ну-ка, хопа. О, вообще молодец, прямо этот. Под коня бросилась. О, ужас. Так, ладно, хорошо, поскакали, в принципе, Одессе, да? Может, он специально хочет его убить, чтобы этот, жить своей жизнью? Ну нет, Одесса не такая уж, глупость. Это глупости. Да, сейчас всех зарежу, не переживай, типа Лимарха звали, кто надо, всех-всех. Что, это разбойники? Серьезно, разбойники? Тихо. Ой, молодец, Одесса. Как интересно. Они работают на правителя Мегариды. Одесса испортила им жизнь. К тому же они хотят дом ее отца. Бред какой-то. Че он такого сделал-то? Я вообще не понимаю. Травы и микстуры у тебя? Ты принесла их? Тебя только это волнует? На нас напали! Пора бы уже к этому привыкнуть. Здесь полно разбойников. Что было написано в том письме? Ну, ты кому-то мешаешь. Похоже, ты что-то натворила в Мегариде. Не смей так говорить. Так сказано в письме. На нас напали не случайно. Мегарида заслуживает своей участи. Я здесь жертва. Правитель так не считает. Я могла погибнуть, так и не прославившись, не оставив след в истории. О, какая больная, что надо. Ладно. Хорошо, что я вернулась вовремя. Я тебе благодарна. Конечно, благодарна. Очевидно, ты не все мне рассказала. Не хотела тебя в это втягивать. Но я готова доказать, что меня подставили. Ладно? Интересно. Целое здание есть, ну давайте его возьмем. Готова узнать всю правду о том, что происходит? Ну, есть такое. Готова. Надеюсь. Ты сказала, что я источник всех бед. Откуда мне знать, вдруг ты уже все решила? Тайное становится явным. Да, так и будет. И я, наконец, смогу пройти путь Одиссея. Я в тебя верю, ты молодец. Если ты будешь упорно идти к цели, твое имя запомнит. Возможно, она в песнях погибнет. Обо мне будет и твое имя. Сперва нам нужно понять, с чего начать. Что насчет той записки правителя Мегариды?
Он что-то задумал. Чтобы все выяснить, нужно обыскать его дом. Это я могу. Ты это сделаешь? Да легко. Я добуду сведения. Да, скорее бы это закончилось. Что искать? Есть идеи, что мне искать? Он самый влиятельный человек в Мегариде, поэтому мне нужны доказательства того, что он меня преследует. Допустим, я найду, что тебе нужно. А потом? Я расскажу всем, кто захочет выслушать. Правитель не рискнет убить меня или отца, когда все узнают. Ладно, идем. Скоро вернусь. С доказательствами. На самом деле, что же на самом деле-то? Так, здесь у нас 10 уровень дальше получили. Ага. Я пока просто так оставлю. Так, по заданиям. Мысль и поступок. Во, вот это вот надо. Размышляй о природе, да. Вот. Убить афинских солдат, давайте. Ё-моё, как далеко. Мне нужно попасть в дом правителя и все выяснить. Да легко. Мы уже там были. Мы уже всех завалили там, кстати. Пошёл! Мы вообще молодцы. Собака, блин, а. Взял меня еще, сбросил, блин, с коня. Конь испугался, что ли? Типа такой урон был, да? Странно, конечно. Ладно. Ладно. Там что? Какой-нибудь этот... Бастион, да? Этих, как их... разбойников или что-то типа того. Ну ладно. Ничего страшного. Так, побежали. Ну, чуть-чуть осталось. Мегарида. Предводитель региона повержен. Да, я это уже знаю, я уже все сделал. Весна витает в воздухе. Спарта вспомнилась. Так, хорошо. Разобрались, поехали. Как их могут, а? Еще и целый даже этот есть. Что это? Даже целые припасы есть, кстати. Очень интересно. Давайте. Получается, нам лучше, получается, он того завалить. Да, он самый-самый, получается, безобидный. Что за звук? Иди сюда. Почему он? Я слежу за тобой. Есть. Так. Угу. Чё там? Иди сюда. Творится что-то неладное. Согласен. А чё? Тут ничего. Я где ничего? Ты иди сюда. Да никто не увидит, не переживайте. Нифига себе, толчок, что ли? Собака сутулая. Ого, неплохо. Тихо, и еще раз. Тихо. Ой, красота. Ты
Я ничего не понял, но получилось, что это. Иди сюда. Ты что ли? Неплохо, неплохо, мне понравилось. Так. А, получается этот, да? Иногда получается, как бы сказать, да. Награда ждет. Вот как. Получается, можно... О, шлем спартанского полимарха. Вот это уже лучше. Получается, можно, как сказать, оглушить противника. А как именно? Ну, например, получается, ударом с ноги, да? И он оглушается, или чё? Что это? Где что? Так, собираем мои сокровища. Ух ты. Как раз то, что нужно. Так, здесь все. Собрали, да? Ну все тогда. Пошлите. Только, блин, шлем спартанский нашли. Вот тебе уже шлем Коринфа. Урон убийцы, да? А это урон охотника. Мне урон убийцы нужен, кстати. Урон убийцы для меня более как-то предпочтительнее. О, тут еще спартанцы. Еще спартанцы. Так, давайте-ка быстрое перемещение. Ага. Так, замечательно. Исчезновение, яркая вспышка. Ну да, это добытчик. Ага. Феба. Работает на Маркоса и любит мечтать о собственном орле, таком же, как Пикар. Нажмите пробел, чтобы быстро вернуться. Очки способности, кнопка перезагрузки, историческая точность. Сокращаем вновь используя перерабатываем уровень врага, паркур. Культ космоса. Членов культ можно идти по всей... Интересный культ космоса, кстати. Молодец! Нормально же прыгнуть не могла. Надо же было и так перепрыгнуть, да? Ой, ужас, капец. Капец. Мегарида. Предводитель региона повержен. Ну, здравствуй, философ. А вот и ты. Дело сделано. А то. Они мертвы. Все до одного. Ты сдержала свое обещание. Я сдержу свое. Это тебе. Сойдет. Драхма и олива. Хорошо. Также мы получили уровень. Так, а где кузнец-то? А, вот же он. Кузнеца потерял. Так, купить копье. Усиленное метательное копье. Спартанское копье. Боевое копье. Давайте спартанское копье, кстати, купим. Так, здесь меня ничего не волнует. Итак, так, назад, продать. Мы продаем вот это. Так, вот это. Посох я оставлю, так, у меня копье стоит. А, копье адепта культа. Ну нет, это не то. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Так, улучшить копье. Замечательно. Копье улучшено. И давайте в него гравировочку какую-нибудь поставим, да? Гравировка на копье. Адреналин, адреналин, крит, урон, урон огня, урон охотника, урон воина. Давайте урон воина. Все, замечательно. Так, улучшать больше ничего не надо, так ведь? Ну да, вроде бы ничего. Хотя можно вот эти вот улучшить. 61, 61, да представляете, скоро. Как много. Чтобы улучшить, блин, всего лишь одну. Один набедренник, но уже 61 мягкую кожу. Ну это, конечно, вообще. Собака, блин. Стоишь, стоишь себе нормально, да и бац, на тебя нападает какая-то падла.
что, 18 уровень, что ли? Ксанфа живучий. Последний рывок. Ослабив позиции афинян, Мегалине Кассандра присоединился к спартанцам в битве за регион. Настало время окрасить синие знамена в красный. Да. Все, поехали, быстрое перемещение. И уже после будем выполнять, ну, следующие задания региона. Они играют в вражную культ космоса. Членов этого культа можно найти во всей игре. Они играют важную роль в жизни общества и пытаются контролировать его. Пытаются контролировать общество, что ли? Очень интересно. Очень интересно. Так, отправляемся дальше. Надо этот, как сказать, корабль улучшать именно по корпусу. Получается, мне нужно сейчас куча древесины. Просто тупо куча древесины. Боже мой, капец. Наемники. Наемники. Поражение. Да-да-да. Надо вот это, что, кстати, свалить. У него плюс наручи Тесеи будут. Легендарные руки. Почему бы и нет? Комплект герои грец. Офигеть. Ясное дело, такое я выкидывать не буду. Так, где там задание-то? Где там мое задание-то? Господи, чё? Волк, 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 волк. Последний рывок, все, замечательно. Все, поскакали. Чё плачете-то? Не плачьте. Плакать нельзя, все хорошо. Ну, какой гаплон, такой щит называется гаплон. Скачи здесь, рот закрой. Нет, гаплон это круглый щит. Это другой как-то. Какой-то другой щит назывался. Здравствуй, Я слышал Стентер. Добрые вести от командиров. Что скажешь мне ты? Командир Афинин мертв. Мегарида падет. Пора. Волк дал приказ к нападению. Я рад, что ты придешь к славе вместе с нами. С кем же еще-то? Быть здесь честь для меня. Я горжусь, что мы бьемся вместе. Да, ты это заслужила. Мы победим ради Спарта и Волка. Пойдем. Нам нужно в лагерь. Давай. Я готова. Я готова. За мной. Нужно подготовиться к битве. А, Махач, Махач, кровь, Махач. Расскажи мне про Волка. Он великий человек. И приведет Спарту к победе над... Нет, нет. Каков он как человек, как отец. Его обожают, он по-своему заботлив, но иногда я... Да? Ничего, просто иногда он будто не здесь. И я чувствую его печаль. Он полководец Спарт. Он человек из плоти и крови. Жизнь нельзя прожить без сожалений. Это согласен. О, да, капец. Стентер, давай быстрее, а? Как подходить-то? Я не знаю, как подходить. Кстати, я научился менять этим. Стрелы на буковку П. Нет, вот это щит Каплон называется. В таких битвах мне бывать еще не доводилось. Что-то всегда бывает в первый раз, да? Что? Все, поехали. Ну что, готова сокрушить Афинян? Да как нефиг делать. При низком уровне стабильности региона может начаться большое сражение. За участие в этих сражениях и Афина, и Спарта дают эпические снаряжения в качестве награды. Защищать регион проще, однако вы получите меньше наград. Атаковать регион сложнее, но и наград за это больше. Понятно. Да, в бой. Война ждет нас.
Пойдем, типический снаряжение. Я только за. А вот и махач начался. Пошел отсюда, а? Ой, красота. Убейте вражеского капитана, да? Ага. Ох ты, падла, а? Ну иди сюда. Ё-моё, конечно, да. Это тебе не хухры, мухры. Победа будет нашей! Так, хорошо. Нужно завалить. Вот он. Прямо. Прям. Так звали царя Трои. Тихо, 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 тихо. Ты че? Красота. Очень красиво. Так, это неплохо. Ну пошел отсюда. Вообще красота. Так, хорошо. Ты-то что? Получается, такое классное мочило, да, сделали? Иди отсюда, блин, оттупорили. Кстати, этот... Трикон. Ой, красота. Так, дальше. Найдем себе жертву какую-то. Собака, а какая? Блин, 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 блин. Тут надо этот быть осторожным. Так, есть. Блин, тяжело. Ну как сказать, не то, что тяжело. Какая-то историческая мускала перса. Да блин, какая десинхронизация, вы че, да идите нахер. Блин, так все хорошо шло, а? Так все хорошо шло. Ну, конечно, плохо шло, я там все время был на волоске от гибели. Ну ладно, ничего страшного. Сейчас научимся, ничего страшного. Все будет хорошо. Будем убивать, как нефиг делать. Просто нам нужно привыкнуть к бою. А то я же по большей степени этот только. Скрытными атаками. Тут я вот хочу и... в ближнем бою, конечно, тоже посражаться. Давай. Так, расскажи мне про волка. Охренеть. С самого начала.
и приведет Спарту к победе нам. Ну и где этот волк? Могу поклясться, здесь кто-то был. Стентер, давай быстрее. Нет, нет. Каков он как человек, как отец? Он... Его обожает. По-своему заботлив, но иногда... Да. Да? Ничего, просто... Иногда чувствуешь он... его боль, да, я понимаю. Я чувствую его печаль. Он полководец Спарты, но он человек из плоти и крови. Человек тоже еще. Давай, Стентер, быстрее, что так долго-то, а? Я прям вообще не понимаю. Что, побыстрее никак, что ли, нельзя? Все так же долго, все так же долго. Стентер, а вот ты. Ага. В таких битвах мне бывать еще не доводилось. Да какой? Не бойся, я почти закончу. Тебе не повезло, а? Ладно, ребят, давайте закончим на этом сегодня. Я, так сказать, скажу вам всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии. С вами был Олег Огненный. До скорой встречи. Пока-пока.